Всем привет! С вами Оля. Сегодня откроем 10 разных сюрпризов с разными коллекциями. Надеюсь, вам понравится и мне попадутся классные фигурки. Откроем шоколадный шар Чупа-Чупс, коллекция Мадагаскар. У меня из этой коллекции осталось найти несколько фигурок. Так, прозрачная капсула. В коллекции 9 фигурок. Король Джулиан, Шкипер, Рико, Ковальский, Прапор, Алекс, Глория, Марси и Мелман. Нам попался король Джулиан. Всем привет! Такой полосатый хвостик у него на подставочке кругленькой. Из этой коллекции мне не хватает Алекса, Марти и Мелмана. Остальные у меня уже есть. Будем продолжать дальше искать. Ну, персонаж прикольный. Откроем Kinder Joy. Весенняя коллекция пасхальная. Что нам попадется, что-то трясется. Так, это доп. В этой коллекции 8 фигурок и 8 допов, всего 16. Вот вкладыш. Мне из коллекционных фигурок попался только заяц. У меня есть на канале видео, можете посмотреть. А так мне попадаются допы. Это вот такой трафарет яйцо, которое можно на яйцо приложить и оставить рисунок на яйце. Также можно подвесить на веревочку и как украшение пасхальное использовать. Вот так вот выглядит. Какое-то солнышко желтенькое. И вот на веревочке. И вот так можно повесить как украшение. Эх, хотелось бы фигурку. Откроем яйцо Kids Box. Summer Time. Такой кот летний, где-то на курорте отдыхает, коктейльчики попивает. Сейчас мы посмотрим, что это за коллекция. Я такое вижу впервые. Мне стало интересно, какая игрушка там внутри. Так. О, что это? Это что-то липкое. Так, давайте посмотрим вкладыш. Вот такой летний кот с дельфином. Собери всю коллекцию игрушек. Здесь такие милые зверьки. Нам попался ежик. Он такой мягкий, как вот лизун, что ли, какой. Как вот, я не знаю, как его описать. Внутри у него блестки, такие розовые щечки, носик и два глазика. И вот сделали ему как колючки, пупырки такие. Ой. Ну, такой, это не можно назвать фигуркой коллекционной. Как вам такие коллекционные фигурки? Мягкие. Я такое собирать не буду. Он милый, был бы он еще просто пластиковый, было бы получше. Но для разнообразия детишкам поиграть, может быть, и пойдет. Откроем Kinder Joy, парк юрского периода, коллекция для девочек. Основные фигурки такие же. Динозавры, а допы отличаются. От мальчиков, для мальчиков и для девочек. Для мальчиков синие, для девочек розовые. И вот нам попался какой-то доп. Так. На этой стороне только один динозавр. Это у нас... О, это закладка. В книжку. И она еще должна светиться в темноте. Видимо, надпись сама. Так, ну выглядит прикольно. Состоит из трех деталей.
так защелкивается. Ух ты, прикольно. То есть она вот такая, как прищепочка, может быть. И открывается вот так полностью длинная закладка. Но сделана очень качественно. Матовый пластик такой, она довольно-таки крупная. Красивые цвета, такой розовый и фиолетовый. Здесь знак парк юрского периода. И можно еще, наверное, подвесить. А, да, вот еще веревочка есть, можно повесить, чтобы не потерять. А так очень классно. То есть можно, наверное, как брелок так использовать и как закладку. Очень классно. Мне нравится. Сама коллекция не очень, я ее не собираю, а вот этот доп мне прям понравился. Откроем чупа-чупс коллекция мимимишки. Мне тоже не хватает пару фигурок из этой коллекции, надеюсь. Мне попадется новый персонаж. Так, нам попалась лисичка. Я уже вижу ее. Коллекция 8 игрушек. Кеша в двух вариантах. Тучка, лисичка, Цыпа, Саня, Соня и Валя. Мне осталось найти Саню и Кешу. Вот такого просто, который стоит. Какая милая. Туфельки не очень прокрасили. Но в целом фигурка красивая. Милая лисичка с большой головой, с маленьким хвостиком. Прокрашенным, как у лисички, с белым кончиком. И на такой круглой подставке. Ну, король Джулиан немножко повыше. Коллекция мимимишки Kids Box. Сейчас посмотрим, какой мимимишка нам здесь попадется. Ух ты, кто-то попался. Здесь запаянный пакетик. Посмотрим на вкладыш. В этих яйцах могут попасться вот такие прилипалы, или как их там назвать, ну, липучки такие. Или 3D-фигурки на подставке. Кеша, Соня, Тучка, Лисичка и Саня. Мне в прошлый раз попался Кеша, а сейчас нам попалась Лисичка. Повезло как. Здесь Лисичка немного другая. Ой, у нее на кофточке тут даже машина нарисована. Прикольно. Фигурка крупная на подставочке. Очень милая лисичка. Вот сравнить их, она намного крупнее, чем в чупа-чупсе. Единственное, что в чупа-чупсе прокрасили хвостик, а здесь просто одного цвета сделана фигурка. Но мне и та лисичка нравится. А как вам? Да здесь ротик не сделали. А, есть, только он прозрачный. Обе лисички мне нравятся. Как вам? Пишите комментарии. Откроем вот такое пасхальное яйцо большое. Я не знаю, какой это фирмы и что здесь может попасться. Но яйцо очень большое. А где игрушка-то? А вот что-то есть. Здесь нет капсул, темный шоколад, кетики. Здесь попался какой-то пазл. Сейчас мы его откроем. 6 элементов. Получился вот такой пазл. Открытка пазл, светлая Пасха. Так как бы держится не очень, но можно его сзади наклеить на какую-то твердую основу и будет такая как открытка. Очень милая. На Пасху очень даже хороший подарок. Получить шоколад и открытку. Самое то. Откроем розовый киндер-сюрприз для девочек от 27 ноября 2020 года. Там особо не слышно, только как капсула бьется о шоколад. Вообще ничего не шевелится. Так, нам попался волчок. Хамелеоны.
Здесь можно их совмещать друг с другом и получать новые цвета. Три хамелеона разного цвета и сам волчок. Вот так вставляются хамелеоны. И вот получается такой объемный волчок. Крутится хорошо. Яркий, интересный волчок. Откроем еще одну коллекцию мимимишки. Яйцо Happy Toy. Посмотрим, какие мимимишки здесь. Может, нам еще одна лисичка попадется. Будет три лисички. Вот здесь фигурка. Завернулся в пакетик индивидуальный. Вкладыш. Кеша в шлеме. Тучка с книжкой. Кеша играет в мяч. Тучка что-то трет. И лисичка на велосипеде. И нам попался Тучка с книжкой. Такой милаш. Фигурка тоже крупная. Здесь немножко пятнышко. Или может быть у него рисунок какой-то. Голубые лапки. И вот такая книжка со звездами. Читает. Ой, книжка такая прям гнется. Можно посмотреть, что там. А там ничего. Просто обложка. И лицо у него миленькое, только он немножко чумазенький. А так фигурка тоже крупная. Вот если взять их всех троих, то это что-то среднее между Чупа-Чупсом и Китсбоксом. Вот такие мимимишки. Последнее большое яйцо. Kinder Surprise Maxi принцессы Дисней. Это новая коллекция. Вышла недавно. Дата 3 июня 2021 года. У меня на канале есть видео, где я открывала два таких яйца. В коллекции 4 фигурки. Я хочу, чтобы мне попалась Рапунцель. Сейчас посмотрим. Что-то очень звонкое. Ух ты! Кто это? Кто это? Кто это? Кажется, это Аврора. Так. В коллекции 4 фигурки: Белль, Рапунцель, Золушка и Аврора. Нам попалась Аврора. Здесь схема сборки очень простая. Аврора с сердечками. Вот такая милая Аврора. Соберем ей бальное платье. Фигурки очень классные, мне нравятся. Так, посмотрим нашу Аврору. Вот такая милая Аврора. Личико симпатичное. Глазки, бровки, прическа. Ее розовое платье. Пышное такое, как танцует. И вот такая здесь круглая подставка. У нее такое красивое ожерелье. И куда-то она смотрит. Видимо, увидела принца. И хочет с ним потанцевать на балу. Такая прям танцующая юбка. В этой коллекции у меня еще есть Белль. Она тоже так интересно держит ручки, как будто танцует в пышных платьях. Сейчас девочки будут танцевать на балу. Белль затанцевалась. Вот такие игрушки попались в сегодняшней распаковке. Мне все фигурки понравились. Очень рада, что мне попалась новая принцесса Аврора. Понравилась также закладка с парка юрского периода. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем спасибо, пока-пока.